Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход подготовительных работ к 1 сентября в общеобразовательных учреждениях. На этот раз он проинспектировал гимназию номер 44, где ведется ремонт актового зала и кровли. Летом во всех общеобразовательных учреждениях традиционно проходит ремонт. В этом году на эти цели потратят более 170 миллионов рублей. Приемка школ и детских садов ведется межведомственной комиссией в течение июля. Уже половина объектов приняты, либо приняты с замечаниями. Всегда сначала, скажем, с началом каждого года мы стараемся сверстать планы ремонтов школ. Поэтому такие планы, как правило, уже на столе лежат у нас в марте, в апреле. Мы их утверждаем. Мы ставим задачу, в первую очередь, чтобы в наших школах, садиках было тепло. Поэтому уделяем внимание отопительным системам. Также особое внимание в ходе ремонта уделяется кровлям и замене окон. В гимназии номер 44 это уже выполнили. Объем работ здесь велик. На них выделили около 6 миллионов рублей. В актовом зале сделали подвесные потолки, заменили светильники, выровняли и покрасили стены. Порядок приведут полы и сцену. Но это у строителей только впереди, так же, как и ремонт теплотрассы. Финансирование их большой объем составил. И сами по времени, по продолжительности тоже были достаточно длительными. На сегодняшний день работы приняты с хорошим качеством. В целом все работы проводятся в графике, без срывов. Кроме того, к новому учебному году во всех школах округа ремонтируются классы, туалеты, коридоры и гардеробы. Полностью все образовательные учреждения должны быть готовы к 20 августа. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.